Привет всем, с вами Евгений. Давайте покажу сегодня сделки по евро и по фунту. Так, мы пришли в нашу зону, которую чертили несколько дней назад. Вот она красная. Пришли мы сегодня. Я предполагал, что мы, возможно, придем вчера, но это произошло сегодня. Так. Вчера два ордера открыл я в шорт на пробое трендовой линии. На М1 будет видно. Так, вот они, два ордера. Был импульс вниз после этого. Такой глубокий откат. Здесь я закрыл вручную в ноль. Вторую сделку удержал. Но здесь уже картина такая была, что я предположил, что, возможно, мы пробьем вот эту вершинку. И, соответственно, вышел тоже. То есть здесь получил плюс 6 пунктов. Далее цена пошла вниз. Все это я проморгал. Вот как сегодня день развивался, смотрите. Опять-таки, я в первом обзоре говорил, что необходимо продавать только после того, как цена будет заброшена вверх. Вот этот заброс. Вот он, заброс этот. Этим забросом мы сняли стоп-лоссы здесь, уперлись в зону сопротивления, которая была тоже начерчена еще пару дней назад. Дальше пошли вниз. Я по двум точкам построил трендовую линию и зашел в шорт двумя контрактами. Так, первый и второй, в принципе, я закрыл вручную. Тейки стояли чуть ниже. Почему закрыл, объясню. Потому что в SB Pro вылезли вот такие клауды. О чем это говорит? Это говорит о том, что мы кого-то достали. Вот 557 контрактов и 546 контрактов. Это то, что касается евро-доллара. Так, зона отработала, но вообще-то я предполагал порезче, что мы пройдем вниз и подальше. Вот, но как есть, в принципе, не страшно. Главное, что сигнал отработан. Вот, было несколько попыток туда зайти. В принципе, я всегда захожу двумя контрактами для того, чтобы один закрыть с прибылью, даже если это небольшой, да, цена дает, то мы закрываем один, второй без убытки, тянем следящим, и, то есть возможно получение такой существенной прибыли. Так, по фунту сегодня тоже были сделки. Так, сначала давайте общий план. План был такой, то есть сначала была флетовая зона, вот они отмечены красными линиями, выделял эту флетовую зону, пробой вниз, откат, и я предположил, что возможно мы пойдем пробивать этот минимум. Сейчас немного, так, в крупном масштабе покажу, как он был начерчен. Так, здесь начерчено было вот так, то есть раз, два, три, четыре точки. Вот на четвертое я засчитал. Вот. И возможный пробой. Ну, как и предполагалось, в принципе, цена пошла вниз. Но это все опять-таки под новость. Новость вот она. По фунту 3 звезды. Это у нас, по-моему, так. Что за новость там была? Это процентная ставка, насколько я знаю. Насколько я помню, вернее. Так. Цена полетела импульсом вниз. На откате я зашел двумя контрактами, закрыл на пробитии вот этого минимума. Также увидел здесь в СБХе с моими настройками полезли клауды. Вот они, раз, два. То есть здесь 379 контрактов, здесь 456, 672 контракта, и, соответственно, я уже закрыл сделки. Сделки откровенно мне не нравятся. Это
принципе, поддался эмоциям, по сути. Но они план отработал, в принципе, и поэтому можно сказать, что можно засчитать их. Так, что еще? Кто-то просил настройки у меня по СБ. Так, по клаудам. Давайте настройки. Для каждой валютной пары, для сырья, золота и так далее, они свои. Нужно подбирать вручную, методом экспериментальным, да. То есть мы делаем настройки таким образом, чтобы не было ряби в глазах от этих кругов. То есть, в принципе, как можно меньше, для того, чтобы сигналы были достоверны. Как видите, у меня тут сигналов-то раз-два в день максимум. Тут еще раз-два. То есть особо не зачастил. По евро давайте покажу настройки. По евро. Enable алгоритм. Bidask difference. Same ticks. Так, количество контрактов 1. Суммарно 500. Delay 1500. Это то, что касается евро. Фунт 1 350 тысяч. То есть Bidask difference, если мы включим, то будут видны. Так, разница. Разница 2%, 18% и так далее. Так, то, что касается золота, клауда, 1 500 тысяч, как на евро. Так, здесь нефть. По нефти что-то я прям загрубил немного, то есть у меня тут был один клауд. Можно, конечно, немножко снизить значение. Поставим 2000, например, 500. Посмотрим, что будет. 2500. Так, не пойму, что такое 2500. Ну, что-то вот появилось. Не знаю, насколько это будет. Ну да, есть информативное. Прямо на вершинке клауд. Здесь что-то такое тоже непонятное. На продолжение импульса. Ну, в общем, советую подбирать вручную самим все, потому что для каждого инструмента значение нужно подбирать. Ну и смысл в том, чтобы не рябило. Дальше. По объемам настройка. Так, у меня здесь подсвечены объемы голубым и зеленым. Так, с настройки объемов. Так, фильтр максимального значения 200. First limit 300. Second volume filter 250. Это по евро. То есть 200 контрактов, если не прошло в свече, то есть она не подсвечивается красной. Ну и, соответственно, остальные 350. Цвета, еще раз давайте посмотрим. Цвета. First, volume, вот как раз таки голубым. Вот он, 300 контрактов. Second, зеленый. Ну, подбирается опять-таки тоже для каждого инструмента. Необходимо подбирать, чтобы не рябило глаза, чтобы вы видели, где проходили контракты, где проходили объемы. Вот, например, внизу здесь подсвечено, да, то есть мы уменьшаем. Так, здесь видно, что проходили контракты. Так, график темный, чтобы они высвечивались, явно можно было сразу различить, что происходит. Поэтому на каждую пару подбирайте самостоятельно. Я думаю, что это и полезно будет для того, чтобы, возможно, вы свои настройки найдете, которые вам помогут именно в торговле. Так, спасибо, ребята, за внимание. До следующего видео. Пока.